Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 26 червня – міжнародний день боротьби з наркотиками та їхнім незалежним обігом. І сьогодні будемо говорити саме про це, чому так стається, чому у нашому житті так багато людей, справді, які підпали під цю залежність. І допоможе нам розібратися в цьому питанні гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Тетяна Гавриленко, лікарка-наркологиня комунального підприємства «Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей Дніпропетровської обласної ради». Дуже раді бачити вас, пані Тетяно. Отож, справді, весь світ зараз звертає увагу на такий день, коли багато вже наркозалежних людей, і кожного року їх чомусь стає більше. З чим це пов'язано? Добрий день, уважаемая Юлія, добрий день, телезрителі. Да, в этот день, 26 июня, каждый год мы традиционно говорим, весь мир отмечает такой праздником, его трудно назвать, Международный день борьбы с наркоманией, незаконным оборотом наркотиком. К сожалению, можно сказать о том, что употребление наркотических психоактивных веществ молодеет. Все идет очень быстро, развивается и доступность, и различные наркотические вещества молодежь начинает употреблять очень рано. Мы фиксируем даже с 12 лет и разбег вот до 19 лет первые пробы употребления психоактивных веществ. И наркосцена очень широко представлена. Есть наркотические вещества, к сожалению, на каждый карман и на различные способы употребления. Уже не обязательно лезть в вену для того, чтобы достичь этого удовольствия, эйфории. И подростки, поддавшись такой иллюзии того, что это будет недолго, иллюзии изменить свое состояние, ухода от реальности, начинают употреблять психоактивные вещества. А, пані Тетяна, але ж з чогось все починається. Не просто так людина стає на цей шлях. Тобто, якщо у неї все добре, якщо є правильний розвиток дитини, а ми говоримо зараз про дітей, на жаль, сьогодні це вже зафіксований факт, якщо діти з 12 років вже приблизно так з цього віку починають ось такі спроби в своєму житті, то це говорить про те, що суспільство здоровим не назвеш. Аж ніяк. І справді, коли соціологи відмічають зараз девіантну поведінку і у дорослих, і у менших, і навіть у дітей, то це вже страшні факти. Тож, що спонукає людей піти на цей шлях? Ну, к сожалению, могу сказать, что ни одна семья не защищена от того, что ее подросток и его ребенок не попробует наркотические вещества, что он не встретится, наверное, с наркотическим веществом, потому что и в школе, и в различных спортивных секциях подростку могут предложить наркотическое вещество, психоактивное вещество, назвав его по-разному, часто говоря о том, что это не опасно, что это просто ты немножко испытаешь какие-то приятные ощущения, на какое-то время тебе станет, может быть, легче. То есть это для подростков это уход от реальности, изменив свое сознание. И поэтому благодаря вот телевидению, информационным каналам, сейчас очень много областной совет проводит программы по профилактике развития наркозависимости. И нужно буквально действительно бить во все колокола и говорить о том, что это есть. Никто не защищен, но знаниями можно быть вооруженными. И с детьми нужно разговаривать и смотреть на своих детей и подростков широко открытыми глазами. И не пребывать в иллюзии, что со мной это не случится. Поведение, даже изменения малейшие в поведении должны настораживать родителей. Но например, які саме, якщо дитина приходить, наприклад, ви бачите, що щось з нею не так, то що саме може спонукати вас на дії? І на що треба звертати увагу? Чи це, може, якісь фізіологічні зміни? Може, це зміни поведінки? Да, так? Да. Изменение настроения, изменение поведения, изменение сознания, изменение круга общения, изменение внешнего вида. Хоть малейшие такие изменения происходят с ребенком или подростком, нужно сразу не пребывать в иллюзии, а думать об этом и спрашивать. Нужно знать, с кем общается ребенок, и как он проводит свой досуг, и что, возможно, он употребляет. Ведь немало было, да, резонансных таких новостей,
когда девочки там принимали таблетки, продающиеся в аптеках, и, к сожалению, это привело к смертельному такому исходу. То есть, ну, не пребывать в иллюзии, рассказывать о том, что все опасно, для таблеток есть определенные дозировки, которые нужно принимать. Да, и призначение лекаря. И призначение, да, и назначение врача, это основное. И состояние, да, очень быстро меняется. Не существует какой-то безопасной дозы, не существует безопасных препаратов, даже медикаментозных, если доза, опять же, превышена. Все должно приниматься с назначением и под контролем врача. А психоактивные вещества, которые кустарно приготовлены, там вообще непонятно, какая доза. И, к сожалению, они распространяются, и сейчас их очень трудно, очень легко купить. Различные закладки, телеграм-каналы. Я знаю, завтра будут многие общественные организации проводить акции по закрашиванию вот этих надписей на заборах, домах. Которые... Зараз це просто як, ну, якийсь жах. Все розписано. І баки для сміття, і ми бачимо на стінах, і на дорозі, і де завгодно. Тобто це просто якийсь жах. І це неможливо. Його замальовують, і знову воно з'являється. І це просто таке враження, що, ну, настільки багато, що навіть не фіксовані випадки людей, які приймають ось ці от... Да, зафиксировать, посчитать, кто принимает, сколько людей, как часто. Ну, конечно, это все невозможно. Мы это определяем только по обращаемости, когда родители уже приводят на консультацию своих детей, и тогда можно уже выяснить. Но очень быстро меняются наркотические вещества, их способы введения, химические формулы. И, к сожалению, есть и очень тяжелые случаи, тяжелые последствия. И сейчас лето уже в разгаре, дети меньше под присмотром родителей находятся, различные лагеря, свободное время, каникулы школьные, поэтому мне тоже хотелось бы попросить всех и обратить внимание на то, что смотрите за своими подростками, что они употребляют. Часто воротами в мир наркотика становится алкоголь, слабоалкогольные напитки, они расслабляют, снижают эти тормозные механизмы, и подростки позволяют себе еще употребить что-то другое. И очень быстро развивается зависимость. Сначала психическая, а потом физическая. И разный, конечно, зависимый такой аддиктивный потенциал у наркотических веществ. От каких-то буквально 2-3 приема, и уже есть синдром отмены, что является признаком развития зависимости. Какие-то вещества, ну, нужно больше времени, но все равно обмануть наркотическое вещество невозможно. Обязательно будет зависимость, если более-менее регулярное употребление. Ну и, конечно, все опасные последствия, потому что 26 июня мы говорим, да, и про незаконный оборот наркотиков. Тоже ведь за хранение, распространение, употребление предусмотрена уголовная ответственность, поэтому об этом тоже надо говорить, и дети должны знать об этом, и где-то, может быть, бояться последствий, и, конечно, это, может быть, кого-то остановит, надеюсь, що всіх остановить тут употребління. А скажіть, пані Тетяно, чи відомо вам люди, які розповсюджують, чи вони є наркоманами? Чи так буває, що просто розповсюджують, наприклад, але самі не вживають? Ну, про розповсюджувачів я сказати нічого не можу. Ну, як частіше взагалі? Ко мені обращаються... Серед тих людей, які звертаються до вас... Ко мне обращаются на прием, на лечение в наш центр лечения зависимости люди, которые уже являются зависимыми, которые хотят получить медикаментозную помощь, психологическую помощь, ну и выздороветь. Я думаю, что они предлагают, конечно, потому что часто обращаются и парами, где употребляют вместе. Кто-то является инициатором употребления, потому что по одному, ну, редко употребляют. Это, как правило, какие-то компании, это группы, это семьи, к сожалению. Поэтому здесь нужно говорить о семье. Самое главное в профилактике развития любых зависимостей – это модель семьи. Родители должны показывать трезвый образ жизни и своим поведением, и своим образом жизни показывать, к чему стремиться детям. Можно говорить очень много, да, не пей алкоголь, там, не кури табачные сигареты, но при этом, если родители сами это делают, то понятно, что дети будут просто копировать их поведение. Слова мало значат, важно поведение.
Кажуть, що якщо дитина вже пішла на такий шлях, щось десь, значить, було не так. Ви не додивились, або, можливо, якісь стосунки були не зовсім довірливими між вами і дітьми. Але так часто буває, коли дитина починає виростати і з'являються в неї інші запити. Вона, можливо, знаходить собі друзів і справді змінюється і колектив, і змінюється поведінка, і зовнішній вигляд дитини. І тут батькам не так швидко зрозуміло стає, чи це дитина вже стала на інший шлях, чи, можливо, це просто звичайний розвиток, і це потрібно, це та ступінь, яка повинна бути. І ось втрачається контроль на якийсь, можливо, там час, так, і все. І можна сказати вже про те, що в деяких випадках, ми втрачаємо дитину, ми бачимо, що вже залежність з'явилася, що вже компанія не та. І, але це пізніше. Буває такого, звісно. На самому початку, як це зрозуміти, як знайти контакт з дитиною. Підлітки зараз теж не всі можуть довіряти сложний батькам. Возраст. Так. Тот возраст, який переживає подросток в період взросління, його іменно подростковий період, він найсложніший взагалі за всю жизнь. Вот эти вот годы, начиная вот, да, от 14 там, до 18-19 лет, подростковый период, это период таких бурь, гормональных изменений, роста активного, и очень много меняется, и потом на протяжении всей жизни человек не переживает столько, сколько за эти небольшие годы. Поэтому, конечно, нужно быть всегда в контакте со своим ребенком и всегда помнить о том, что насколько мир опасен, и предлагать ему свою помощь. Что бы ни случилось, родители должны и своим поведением, конечно, показывать здоровый образ жизни и быть готовым помочь ребенку, если что-то происходит и меняется его отношение именно к здоровому образу жизни. Пані Тетяно, а чи можна повністю позбутись залежності? От люди, які приїжджають, звертаються до вас, приходять, вони, можливо, вже мають серйозну таку залежність, так? Тому що, мабуть, на початкових стадіях зразу не звертаються. Не так часто, так? І що тоді? Як лікуватися? Чи є можливість повністю відмовитись? Да, есть иллюзия, что я попробую один-два раза и остановлюсь. Ну, возможно, у кого-то это получается, да, меняется жизнь, обстоятельства, и пробами этими и заканчивается. Это очень удачный, благоприятный исход. Но считается, сколько времени было употребление, столько времени должно быть и лечение. То есть поначалу оно интенсивное, медикаментозное лечение, так называемая детоксикация, а потом уже длительная психологическая помощь и поддержка. И как раз в нашем центре лечения зависимости такая вот этапность есть, и такая помощь оказывается. У нас есть консультативная поликлиника, где как раз я работаю, и можно приходить на консультации абсолютно анонимные, бесплатные, и получать помощь, и говорить о том. Часто приходят, и родители говорят, ну вот мы только заметили, вот кажется, вот две недели, ну где-то месяц, что-то происходит, изменилась компания, внешний вид, не спит по ночам, много спит днем, сначала ничего не кушает, потом наоборот, не отходит от холодильника, вот, что-то происходит. Когда остаешься и консультируешь подростка, оказывается, что уже около года он употребляет психоактивные вещества, и уже можно говорить о формировании зависимости, тогда предлагается лечение, ну, в зависимости от той ситуации, которая есть конкретно. У нас очень индивидуальный подход к каждому пациенту. А какие зараз з'явилися от наркотичні засоби? От ви кажете, що взагалі такий широкий спектр, що просто неможливо навіть їх весь перелік привести, так? Тобто є і десь самостійно виготовляють, да. І люди використовують якісь засоби, які легко доступні, в аптеці можна купити, так? Да. Ну і окрім тих відомих, які вже були на сьогоднішній день, так, вже давно, з'явилося ще дуже багато таких, мабуть, які дуже швидко викликають залежності. Ну, психоактивных веществ очень много. Ну, мы говорим по классам, да, там опиоиды, психостимуляторы, каннабиноиды. Но в каждом из них есть вот различные вещества, это и таблетки, различные там вот и насвай, например, и
психостимуляторы, их тоже очень много, такие порошки, способы введения очень много, то есть внутривенные практически сейчас не используются, только вот людьми, которые давно уже в зависимости, то есть они уже прошли этот путь, и для того, чтобы достичь так называемой эйфории, они только используют внутривенный путь, но это крайне мало сейчас, а молодежь сейчас совсем другие пути, путем вдыхания, путем закладывания за десны и так далее, крайне неприятно об этом говорить, в эфире, но родители должны понимать, что если даже нет проколов, а меняется состояние, да, вот, ну, я не вижу у него следов инъекций. Способов введения очень много, и поэтому нужно смотреть, да, на состояние. Может быть, ну, родители не врачи, не специалисты, поэтому... Ну, приблизно. Да. Агресивна дитина стала, наприклад, чомусь. Да, от то очень веселая, то наоборот, плаксивость, раздражительность, то сонливая, долго сон, то потом не спит сутки и двое, и то очень быстрая может быть речь, то несколько заторможенность. Вот такие вот какие-то крайности происходят, то, чего, скажем, не было раньше. И нужно спрашивать, нужно смотреть и предлагать консультацию. Ну, мабуть, діти ж не одразу і скажуть, якщо ви кажете, от, що через рік лише так вже з'ясували, це вже батьки помітили, це вже скільки пройшло часу, так, цілий рік просто дивилися і думали, що родители щось думали, можливо що не так. Родители думали, що то немножко устал, тяжело учиться, а последний год у нас это было все онлайн, устал от компьютера. Ну, опять же, как в компьютере, в интернете, как можно найти хорошую информацию, нужную, полезную, так можно найти и возможности приобретения и различных психоактивных веществ. И поэтому, конечно, нужно просто обращать внимание, разговаривать, быть в контакте и знать, что происходит с вашим подростком. Пані Тетяно, ну, я так думаю, що на позитиві треба завершити наш ефір, тому що ситуація невтішна, але є можливість. І для лікування є можливості для консультації, для того, щоб попередити, це перше, так, профілактичні засоби, вони всі є. Звичайно. Да, они работают. Много лекций мы очень прочитали для школьников. Они так всегда хорошо воспринимают, задают много вопросов. Приятно видеть эти разумные глаза. И я думаю, что вот у тех, кого мы, с кем мы общаемся, у них все получится. И приятно. Сейчас очень много движений за здоровый образ жизни. Ну и развитие профилактических программ обязательно свою позитивную роль сыграет в этом. Тем более, люди молоді. Хочется, чтобы они мали повноцінне життя. Чтобы ось той этап завершився і більше про нього не пригадувати. Щоб все було добре, народжувались діти і взагалі, щоб були щасливі сім'ї. Ну, до того треба йти, звичайно ж, треба не забувати, що усі ми маємо такі можливості. Маємо можливості для щастя. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, що прийшли сьогодні до нашої студії. І дякуємо обласному центру громадського здоров'я за співпрацю. Хочеться справді, щоб всі були здорові. І треба обов'язково звертати увагу на цю проблему. Тож завтра дійства будуть у місті, треба виходити, дивитися і, звичайно, не залишатись осторонь. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.